Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Сегодня поговорим о замечательном маунте. И моделька его действительно уникальна, так как ни одного такого маунта более нет в игре. А именно колыбель дикого семени. Маунт легкий, маунт быстрый в получении. Все, что нужно, это самый обычный сбор сокровищ по определенным координатам. Делается за 8 минут. Даже можно и еще быстрее сделать, потому что, например, в текущий момент просто-напросто вам не нужно перебегать, получается, с спящей лощины в Тирнвал, потому что в Тирнвале на текущий момент имеется полетка. На тот момент, когда я стримил, на тот момент, когда делался этот маунт, этой полетки не было, и приходилось бежать вручную. То есть секунд 40 вы точно сэкономите, и это замечательно. То есть очень хороший, очень быстрый маунт, и действительно с уникальной моделькой. Мне помог его зритель сделать, то есть он заранее расставил абсолютно все меточки, и это, в принципе, очень хорошо для вас будет при просмотре видосика, то есть вы можете нормально увидеть, где какой итем находится. Предлагаю вам вырезку со стрима, где я показываю абсолютно все эти точки, где я лутаю их, и высказываю свое полное мнение об этом маунте. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, приятного просмотра дальнейшей вырезки со стрима. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Чат, короче, если хотите вот эту тарелку, колыбель дикого семени, вот вам заранее собранная группа. Ну и летите в Underworld. Сейчас все сделаем тут, сами потом тоже можете все реализовать. Но делаем тарелку от супа. Так, и шо? Я череп. Лутаем корзину садовницы. Координаты 40-52. Корзина садовницы. Положите дневник ночи, флейту садовницы, молоток и жезл в корзину, чтобы создать садовые инструменты мерцающей звездочки. Окей, найс, найс, найс. Лутанул, хорошо. Что дальше? Так, метка луна. Угу. Тут в телеге лежит итем. Молоток садовницы. Берем молоточек. Молоточек стук-стук-стук делает. Что дальше? Подсоединяйте, подсоединяйте, что-то. Мало ли. Вдруг кто-то хочет тоже такую байду себе получить. Так, в печеньке что лежит? Дневник ночи. Угу. Так, хорошо. Я вижу метку крест. Мы идем к ней. Как я правильно понимаю. Ой-ой-ой, я перелетел малость. Я не думаю, что в каком-то определенном порядке нужно лутать. Так что я сейчас тут. А приходу и мопчиков маленько. Так, лежит жезл под тележкой. Хорошо. И там метка печенька была, по-моему, да? Он делается соло. Не, ну смотри, тут он метки расставил, это удобно. Зачем, например, напрягаться, там альтабиться, да, туда-сюда. Вот тебе хоп, все расписано. Все меточки расставлены. А вот он, флейта садовница. Сливается немножко. Окей. Так, и что? А я же лутанул ее. Нет, еще раз, наверное, нужно. Пролагало чуть-чуть что-то. Все, лутанул, хорошо. Объединяем инструменты. Так, я получил садовые инструменты мерцающей звездочки. И теперь мы летим в Тирнвал. А, вот он, этот Тирнвал находится. Я полетку ищу именно Тирнвал. Да, я понял, летим в спящую лощину. Так, и что мы тут делаем, получается? Ага, метка треугольник. Так, мы отдаем ей садовые инструменты. Мы получаем лунное зрение. Мы юзаем тайник луны. Отлично. Мы получаем 10 аниме и какого-то маунта. Вот, а именно колыбель дикого семени.
Маунт легкий, по факту. Вот получается, как в нем сидит игрок. Видите, да, ноги висят из днища этой колыбели. Сейчас юзну его. Посмотрим, так ли это на самом деле. Или это может баг в просмотре. А, это баг в просмотре. Тут нормально все выглядит. Четко, четко. Ну, получается, Хенстер, спасибо. Как говорится, удачной прокачки там. Это счастье, здоровье. Береги ноги, мои руки.